Всем привет, с вами Глупый Марк. И всем привет, с вами Глупый Марк. Я забыл микрофон поближе подставить. Сегодня мы будем играть в Minecraft Skyblock выживание, но Minecraft P. Кто-то называет там Minecraft Bedrock Edition. Как его там? Ну, а я называл Minecraft P. Ну и TL. Еще Minecraft у меня TL. Как я уже чуть-чуть тут только зашел и уже чуть-чуть подфармился, я хочу сказать, что здесь можно еще, кстати, у этого торговца можно продавать вещи. Например, вот Бетрут Сидс, вот 37 вот таких вот семён, 37 монет. И еще просто вот это, ну, как его, свеклу. 38 свеклы. 114 монет. Продаем, и у меня уже тем временем 516. Давайте, наверное, купим какой-то предмет. Был items, crop sapling, generator monster spawner, miscellaneous блоки, фурнитур, мебель. На кропс ок сапинг. Генераторы, монстр, склоп. Ничего не могу. Блоки, фурнитур. Ну, можно еще, кстати. Так, ладно. Нам надо факел все-таки добыть. Только нам надо сначала в пещеру. Пещера у нас находится снизу. Например, давайте, наверное, где-то здесь, наверное, что ли, сделаем пещеру. Копаемся. Главное, чтобы сейчас монстров не было. Вот у нас крышка начинается. Я как раз начинаю. Ваш инстинкт скоро сломается. Да, я это знаю. Все сломал. Так, добываем. Смотрим, там есть пропасть. Нету, значит, можно копать. Спокойно. Сейчас я хочу себе сделать каменную кирочку. Наверное. Ну да. Каменную. Хатьфу. Сделать каменную кирочку. Это, кажется, смешно выглядело. Дэнс. Так, надо, наверное, музыку потише сделать. Тише. Так, звук. Наверное, надо вообще убрать. Чтобы музыки не было, чтобы было слышно только меня. Ну, звуки Майнкрафта еще. Так, давайте, наверное, еще свеклу посадим. Я не знаю, зачем мне столько свеклы, если я не так сильно проголодался. 19 свеклы, это 19 ячеек. Ну, как бы, 19 половин... Ну, это вроде 30 с чем-то половинок. Так, давайте продадим семена, они все равно нужны. Хотя, наверное... Хотя, не-не-не. Кстати, я могу продать землю почему-то. Давай попробуем продать ему. Селдерт. 26 260. Лоу, почему так стоит дорого? Ну ладно, нет, земля слишком драгоценная. Потому что ей мы будем строить. Убьем. Кстати, у нас сейчас ночь наступила. Зачем? Ну, я не хочу ночь. Итак, берем свеклу. Давайте поедим свеклочки. Добываем. Опа, вот у нас пропасть, кстати. Начинается. Где-то здесь должна быть вода, которая сверху была. Вы же все прекрасно помните. О, здесь настоящий камень обычный. Из листва можно ее убрать. Нам не нужна. Где уголь? У меня вопрос. Вопросики. Вопросики, где уголь? Так, ладно, пока что, наверное, огородку сделаю, чтобы не упасть. На всякий случай. Было опасно. Кто знает, вдруг здесь сейчас зомби заспавнится. Это же вообще пипец. Так, здесь дальше можно копаться. Так, вот. Здесь вот опять.
Вот здесь начинается настоящий камень. Здесь где-то должен быть уголь. 100%. 100%. Нет, здесь нет угля. Почему? Надо уголь. Ну или железо. А серьезно, нет угля? Почему? Мне же надо уголь, я же не вижу без угля. Ладно, так. Да, закроем уже это. Дырки. Где можно упасть. Я точно все закрыл. Так, нет, здесь. Можно, кстати, можно полюбоваться. Как вы? А world save и starting. Сохранение есть. Сохранение есть. Я надеюсь, вы не оглохли. Ура, world save complete. Ура. Мне интересно, кого-то там наругал за то, что орёт ютубер. Я случайно, я не хотел. Микрофон случайно клюнул. Ой, микрофон клюнул. По-настоящему. Так, здесь у нас дырочка. Почему мне иногда сразу же два блока копаются? Вот я направляла вообще на другую, и мне скопала другую. Серьезно, здесь нет угля. Ребят, если вы играли в Skyblock, кстати, я, наверное, оставлю ссылку, хотя ссылки не будет. Короче, Minecraft заходит, там будет сервер называться вроде бы Пиксель Дракон, вроде что-то такого. Ну, короче, поищите сами, там легко, там мир сразу же показывают, те, которые надо. Так я, наверное, просто семена положу, наверное, просто и все. Так, мотыга. Кстати, каменная кирка. Я нормально так накопал, кстати. Так, это мы убираем. Каменную кирочку. Две сразу же. И меч, наверное. Хотя зачем меч, если у меня есть топор? Хотя ладно. Так, этим булыжником я сейчас, наверное, буду расстраиваться. Фига себе, я там прокопал. Что там так, там так глубоко можно? А что, я не знал. Так. Если вы хотите вторую часть, то тогда над этим видео. О, если вы хотите вторую часть, чтобы я с Максимом заснял. Или с Георгием. То тогда напишите в комментариях. Ну, или же не в комментариях, если комментарии будут отключены. А просто 5 лайков, я пойму тогда, что вы хотите этого. Так, мы сначала забываем свеку. Блин, мне надоело свеку, я не хочу есть. О, у меня 3 чудес свеклы. А что так много? Вопрос. Хотя, не хочу продавать. Положу просто лучше в сундук. Мне иногда бывает свекла так же сам. Я только отошел уже она. Почему у меня какие-то знаки появляются? У меня вопрос. Ну так мышка. Тип культуры свекла. Почему у меня вот табличка лазит? Так, ладно. Ну, кстати, уже утро. Так, давай посмотрим, что мы можем купить. Был items. Sell items. Quest. Крафт, а крафтинг тейбл. Крафтинг тейбл? То есть мне еще раз нас... Да, сделать? Хорошо.
Два, но... О, уже даже два! Boss of the Threat. Craft a Wooden Axe, Wooden Pickaxe, Wooden Cobblestone. Ревард, три кобблстона. Три кобблстона генератора, нифига себе. Так я это сделаю. Сейчас я все сделаю сейчас. А, мне же дерева не хватает, точно. Так, поднимаемся. Добываем деревце. Так. Интересно, сколько уровней вообще? Сколько я уже сижу в Майнкрафте? У меня вопрос. Мне интересно, саженец выпадет от жизни или нет? Блин, ну саженец, пожалуйста. О, выпал, ура! Добываем. Даже два саженца. 42! Чего? Много. У меня стак! Стак 14, нифига себе. Так я про. Я уже про. Может, мне всю секунду дать? У меня так много секунд, что она мне вообще не нужна. А я же не сделал. Крафт Бетрух суп. Харвест Бетрух. Я продам. Вот так вот. 6 саженцев дуба, вы чё, прикалываетесь? Ладно. Нет. Раз. Два. Я думаю, вам не хватит. Пока что. На sell items, sell quick spin. Ну да, продадим просто. Так, у меня 814 коинцев. Почему я не могу ничего купить? Bio items. Crops, saplings, quick, betrot seeds. Угу. Так, генераторы. Никакого генератора нет. Так. Так, у меня 30. Кстати, нам же надо было создание сделать. Так, раз. Два. Три. Четыре. Toss of the trade. Click to read and robots. Cobblestone generator. Во мне заспалилось. С первого раза сажен, чего? Что за магия? Так, ладно. Так, пусть тут дерево пропадает потихонечку. Cobblestone у нас, значит, схема, да? Давай поставим... Вы не можете сломать деньги, это нужно использовать меню. А, да типа вот так. Я думаю, это все по-другому будет. Что за обман? Мне теперь реально надо будет добывать вот это все. Так, ладно. Пока что давай не будем добывать. Пока что собираем все. Так, еще. Если, ребят, что-то неправильно делал, то тогда говорите мне в комментариях, если вы знаете. Если вообще комментарии не будут отключены. Уверен, не будут отключены.
У меня уже почти 20 так. А давай продадим? Хотя не. Не. Так, 2 саженца. Так, здесь у нас кабустон появился. Так, давай. У меня всего лишь 3 кабустон генератора. Почему? Не хочу больше. Так будто просто этот камень стоит. Такой не понял, зачем мне этот камень. Сейчас будет не просто камень. Fake or real? Fake. Fake or real? Ой, подожди, сейчас. Fake or real? Fake. Можно видео записать. Fake or real? А чё я другой киркой добывал? Даже надо одной. Тихо, саженец. Не падай. No. Please. No. No drop. Air. Уже 20... Нет, еще нет. Квест. Jumper look. Get your... Pickles. Здесь саженцев, серьезно, for water bucket. Let's craft a furnace. Сделать печку. Серьезно, просто сделать печку. Изи. Ну, наверное, это все перенесем. К нам сундук придется сломать, в котором вещи держали. Фууу, чуть саженцы все не попадали. Так, ладно. Строим вот так. Куда неправильно строишь? Хотя иногда даже автокликер помогает. Видели? Вы видели, как я строил? Прикольно. Давай еще раз попробуем. Только подожди, сейчас надо раз, готов. Ну, у меня иногда это получается, но у меня иногда в технике не работает. Вот сейчас, почему в неудачных моментах не работает. Вот. Там с неба что-то упало. Jumper lock. А чё generation combustion? Чё я получил? Ничего? Почему? Я бревна получил, да? Нет, по-моему нет. Или да. Я не понимаю. Так, давай, наверное, себе где-то тут дом построим. Например, где-то вот здесь. Только я, понятно же, расширю, потому что у меня он слишком маленький не будет. Ни с кем. Просто видео снимал. Так, здесь, наверное, окошечко будет. Вот такой вот ряд. Так, добудем свеку и будем на этом прекрасном моменте заканчивать. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам вообще оно понравилось. Всем удачи, всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Покедова.